Террористы хотят остановить китайско-пакистанский экономический коридор и другие проекты развития, реализуемые в Белуджистане и других частях Пакистана. Основной мотив террористов — вбить клин между Пакистаном и Китаем. Нападения боевиков-сепаратистов в юго-западной провинции Пакистана Белуджистан направлены на прекращение проектов развития, которые являются частью китайско-пакистанского экономического коридора. Об этом 27 августа заявил премьер-министр Шахбаз Шариф. Нападения, начавшиеся 25 августа, в результате которых погибли более 70 человек, стали самыми массовыми за последние годы, совершенными этническими боевиками, стремящимися добиться отделения богатой природными ресурсами провинции, где расположены крупные проекты под руководством Китая, такие как порт, золотой и медные рудники. Боевики-сепаратисты атаковали полицейские участки, железнодорожные пути и шоссе, а силы безопасности начали ответные операции. Китайско-пакистанский экономический коридор, который, как утверждается, предусматривает обязательства в области развития на сумму 65 миллиардов долларов, является частью инициативы главы Китая Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». Пакистан не смог полностью создать инфраструктуру, необходимую для освоения минеральных ресурсов в Белуджистане, и обратился за помощью Китаю в развитии провинции. В свою очередь, Китай осудил произошедшее в Пакистане. «Мы решительно осуждаем террористические акты и выражаем наши глубокие соболезнования жертвам. Китай выступает против всех форм терроризма и будет продолжать оказывать поддержку пакистанской стороне в проведении контртеррористических операций, поддержании общественного единства, стабильности и защите безопасности населения. Китай готов и далее укреплять сотрудничество с пакистанской стороной в области антитеррористической безопасности в целях совместного поддержания регионального мира и безопасности». 安全。